друзья, заканчивается високосный 20-й, год сложный и прорывной. Его уроки были жесткими. Те, кто воспользовался ими, несомненно, извлекли пользу. Дистрибьюция укрепила свои позиции на рынке. Стабильная, сильная команда единомышленников приносит пользу и с помощью качественного продукта привлекает людей. Итогом 2020 года стали квалификации более 1500 мастеров, менеджеров и лидеров групп. Бизнес-директоров стало больше на 40 человек, управляющих директоров на 18, а 6 дистрибьюторов достигли высшей ступени маркетинг-плана статуса президент-директора. Впечатляющие результаты, коллеги. В России и ближнем зарубежье работают 1036 сервисных центров и пунктов выдачи продукции. Более 70 пунктов выдачи продукции появились в этом году. В 2020 компания выпустила жевательный прополисный воск с имбирем, Аписептик, зубную пасту Апидент Про. От содержания прополиса она темная. Положки прополисные и прополис фракционированный для масок. Пусть сохраняет здоровье наших женщин новая формула крема Апибюст Авотель с мягкой эссенцией пчелиного яда. Усовершенствован крем по результатам научных данных австралийских ученых. Новую упаковку и свежий дизайн получили антистрессовая программа ИЖКТ Ультра, экстрабитулин, хип сезона, шампунь и бальзам для волос, гель для душа, медовая дыня, мускус унисекс, АКТВ, коллекционные меда в элегантных баночках оформлены в лучших мировых традициях. Это и здоровица, и украшение любого подарка. В 2021 году выпустим ожидаемые новинки. Одна из них появится уже в январе. Это крем Тинтуриум Ультра с повышенным содержанием пчелиного яда, который способствует сохранению остроты зрения. В условиях, когда каждый из нас постоянно нагружает глаза на компьютерах и телефонах, этот продукт очень актуален. Уже в январе мы получим научно-практические данные из офтальмологической клиники. Опираемся на науку. Не случайно наши новинки каждый год традиционно становятся лауреатами конкурса 100 лучших товаров России. Работающие оценили улучшение сайта. Мы усовершенствовали навигацию, внедрили удобный поиск и сервис рекомендаций продукта. Появилась возможность создавать и отправлять реферальную ссылку на любую страницу сайта. Постоянно улучшаем функционал аналитики в личном кабинете. Вышли на международные онлайн-площадки. Теперь наш продукт можно приобрести в любой точке мира. Правда, рассказывать о себе продукт не может. При запросах из-за границы пользуйтесь, коллеги. 2021 год объявляю годом обучения и онлайн-работы. Друзья, выходите в онлайн, работайте в соцсетях, организуйте Zoom или Skype конференции, пользуйтесь мессенджерами. Мир не стоит на месте. Кто остановился, тот проиграл. У дистрибьюции сейчас такое время. Все двери открываются. К активным идет успех. Завод Тинтуриум Руланд работает в напряженном режиме. На нашу продукцию высокий спрос. Люди стараются обезопасить себя и своих близких. Это плодородная почва для развития дистрибьюторского бизнеса. В следующем году 25-летние юбилеи отметят команды Бойкон Эли Михайловны и Гринюка Олега Васильевича. А 20-летний юбилей отметит дистрибьюторская организация Вальковой Любови Павловны. Заранее поздравляю, друзья! Компания и дистрибьюция развиваются уже более 32 лет. Мы радуемся общим успехам, находим креативные решения, поддерживаем друг друга и несем клиентам добро. Сердечно поздравляю с наступающим 2021 годом. Дорогие друзья,
Здоровья вам и вашим родным и близким. Стабильности в делах, надежных партнеров. Наслаждайтесь жизнью. Будьте нужными людям. Счастья вам в 2021 году. С любовью к вам, Раиль Хисматуллин.